я написал книгу про свободную, счастливую, сексуальную женщину. Теперь попробуйте представить себя на ее месте. Я еще посплю немного. Открытый брак – это единственное, что спасло отношения моих героев. Когда у нас был секс в последний раз? Что в этом такого удивительного? Мы 20 лет в браке. Как насчет того, чтобы сходить к семейному психологу? Да ни один психолог не заставит тебя снова меня хотеть. Может быть, это именно то, что нам нужно? Открытый брак? Мне надо на работу отъехать на пару часов. Работа так поздно. Срочное совещание. Мне тоже совещание. Я не флиртовала последние лет 20. А где вы были, в тюрьме? Действую. Ксюш, ну какие изменения? Ты вообще суть открытого брака понимаешь? Нет, Оксана, у меня это первый раз. Надо наложить вето на секс с общими знакомыми. Без этого ваш очаровательный эксперимент может привести вас к разводу. Твой непродолжительный брак был открытым? Просто я об этом забыла сказать мужу. В этом документе нет самого главного. Чем карается несоблюдение закона? Штрафом. Развод. Твоему браку конец. Ты никому не нужен! Я лишь предложила тебе быть честным. И куда твоя честность нас привела? Второго шанса у тебя не будет. Мы хотим сохранить наш брак, верно? Хотим, наверное.